Также в воскресенье в Нарве состоится праздничный пасхальный концерт. Он начнется в 5 часов вечера на сцене Женева Кескус. Его программу составят произведения русской классики, в том числе и жемчужина русской симфонической музыки Камаринской Михаила Глинки. Впервые в Нарве и в сопровождении Нарвского симфонического оркестра выступит заслуженная артистка России, солистка Государственного театра оперы и балета Республики Коми, сопрано Ольга Сосновская и лауреат международных конкурсов, виолончелист из Санкт-Петербурга Алексей Стадлер. Прозвучат арии из опер Глинки, Римского-Корсакова, а также вариации на тему рококо для виолончели с оркестром Чайковского. Безусловной составляющей пасхального праздника является церковное пение. В концерте 11 апреля примет участие хор храма Нарвской иконы Божией Матери, регент Елена Субботкина.